На повестке дня областного совещания один вопрос – подготовка к предстоящему единому дню голосования. И в первую очередь Ирина Коновалова, глава Мособлсберкома, обратила внимание коллег на ситуацию с открепительными удостоверениями. Конечно, члены избирательных комиссий не могут отказывать в их выдаче, так же, как и проверять, насколько уважительна причина их получения. Но выразить свое сожаление по этому поводу должны. Немаловажно установить видеонаблюдение там, где открепительные удостоверения выдаются, напомнила собравшимся Ирина Коновалова. 125 из 130 избирательных участков Одинцовского района будут оснащены КАИБами – комплексами обработки избирательных бюллетеней. Это еще один шаг к прозрачности выборов. Председателей тех избирательных участков, на которых будут стоять комплексы, и операторов КАИБ будем обучать в Москве. Здесь прошу руководителя администрации содействовать в плане предоставления транспорта для доставки на обучение слушателей и обеспечения явки на учебные занятия председателей участковых избирательных комиссий и операторов, членов УИК с правом решающего голоса. Кроме того, к единому дню голосования должны быть подготовлены все участники избирательного процесса. Особое внимание глава Мособлсберкома попросил уделить людям с ограниченными возможностями здоровья. В Одинцовском районе избирателей, попадающих в их число, 17 тысяч. Для них избирательные участки должны быть оснащены пандусами, а места для голосования оборудованы на первом этаже. Нужно принять меры к тому, чтобы дорога на избирательный участок для этих лиц была... действительно была, а не предполагалось быть. Да? Назначаем уполномоченных членов комиссии по работе с инвалидами, обеспечиваем беспрепятственный доступ в помещение для голосования. Также в Одинцовском районе будет использован комплект для голосования «Доступные выборы». Он позволит всем категориям граждан с ограниченными физическими возможностями реализовать свое избирательное право. В ходе совещания обсудили материально-техническую базу участков для голосования, необходимость тщательно составлять и выверять списки избирателей и многое другое. До 18 сентября осталось чуть больше месяца. Выборы в Московской области должны пройти на должном уровне. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».